Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал Lego Crazy Motion. И мне пришли новые фигурки. Редко, когда я делаю обзор прям на горячую-горячую новинку. И вот мне пришли толстые фигурки с AliExpress. Я помню, что я купил не весь сет, потому что там были какие-то фигурки, которые меня вообще ни разу не вызывают интереса. Я не понимаю, что это. Но, по-моему, штуки 3-4 я взял из того ассортимента, который имелся. Значит, ссылка на этих толстяков будет, как всегда, в описании. Ну, а я давайте соберу и посмотрим, что же это за очень странные фигурки от китайского производителя. Поехали! Начал собирать фигурку. И уже почти расстроился. У меня на ноги туловище никак не садилось. И посмотрел внутрь и увидел, что туда просто вот попала рука. Хорошо, у меня пинцет всегда есть под рукой. А то я уже почти расстроился, что какой-то брак. Так, вытащили. Во! Все отлично. Собираем дальше. Ну что, купил я 4 фигурки, как оказалось. И это, конечно, мега-бомбезная вещь. Вот эти вот толстяки, я не до конца понимаю, где их можно использовать, для чего они, но, скажем так, в каких-нибудь смешных сценах, гэгах каких-нибудь, у меня в военных мультиках иногда бывает такое, что я делаю что-то смешное, и вот там вот такой торсик вполне может где-нибудь голый пригодиться, садиться на обычные ноги. Единственное, что вот, нет, пояса нет, все, только чисто торсик, отлично. Значит, вообще на любую фигурку подойдет, все супер. Кто это в реале, я без понятия, я не знаю, чей это шлем. Какой-то анимешный персонаж явно. Но торсик голого пуза мега-мега крутой. Дальше, мой любимчик, зомбарь. Зомбарь с жирным животиной. Сбоку смотрится, блин, когда я снимал «Ходячие мертвецы», если бы тогда вот объемные фигурки такие можно было добавить к плоским, то, конечно, картинка была бы лучше, хотя в целом тогда анимация была не очень, но неважно. В общем, у него и физиономия очень крутая, давайте кепку снимем, а то она немножко тень бросает, не дает посмотреть, и физиономия крутая, и пузо сделано просто шикарно. Дальше, любимчик, я думаю, будет многих, толстый из «Звездных войн», как будто «Стормтрупер», «Штурмовик». В общем, этот, пока все ходили на тренировку, где тоже не знаю, что они делали, этот ходил к бабушке явно. В общем, пухлый штурмовик – это мега няшно, кавайно. Эти слова еще используются. Может быть, кринжово. Кринж, наверное, еще используется. Но, короче, круто. В общем, это слово я понимаю. Крутой, толстый штурмовик. Смешная очень фигурка. Очень нравится. Не знаю, зачем. Это прям вот реально просто так взял. Потому что просто прикольно. И вот эта фигурка, я думаю, что у нее тоже будет утилитарное какое-то предназначение. Она похожа на форму периода Первой мировой. Вроде как это какой-то известный анимационный персонаж. Но я не смотрел, поэтому не в курсе. У меня это может быть легко какой-нибудь там, не знаю, командир Британии во время Первой мировой. То есть дать ему фуражку. И вот так вот легко пилот какой-нибудь, собственно, это, по-моему, есть пилот, пилот какой-нибудь британский. В общем, здесь тоже есть где развернуться. Для приключенческой темы тоже очень крутой персонаж, яркий, харизматичный может быть. В общем, фигурки мега топ. Очень рекомендую. Ссылка будет в описании. Ну, в общем, надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Я не все сделал фигурки. Я не сделал там, по-моему, Рональда Макдональда. Не сделал One Piece, короче. Ну, они мне не нужны просто вообще, ну, никак. Поэтому я на них забил. А эти фигурки очень крутые, поэтому я их сделал, что логично. Вот. Так что, если вам надо, ссылка в описании. Вперед! Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо. Пока!